Всем привет! Это видео о том, как увеличить диск C за счет диска D. На выбор есть два способа. Первый способ – без использования сторонних программ, исключительно стандартными средствами операционной системы Windows. Минус этого способа в том, что он может быть полезен только в том случае, если на диске D нет никаких важных данных и вы можете его очистить. Итак, приступим. Делаем клик правой кнопкой мыши по меню «Пуск» и выбираем из появившегося списка «Управление дисками». Перед нами структура раздела. Вот диск C, вот диск D, на котором, предположительно, важных данных нет. Кликаем правой кнопкой мыши по нему и выбираем пункт меню «Удалить том». Нажимаем «Ок». В результате появляется нераспределенная область на диске. Далее кликаем правой кнопкой мыши по диску C и выбираем «Расширить том». Открылся мастер расширения тома. Нажимаем «Далее». Здесь мы добавляем часть пространства с нераспределенного места. Например, добавим приблизительно 5 гигабайт. Нажимаем «Далее» и готово. Итак, диск C расширился. Чтобы обратно сделать диск D, кликаем сюда правой кнопкой мыши и выбираем «Создать простой том». Назначаем букву диска D. Далее. Форматируем в NTFS. Готово. В результате диск C увеличился, диск D уменьшился. Второй способ. Если у вас на диске D все же есть важные данные, но необходимо использовать часть свободного места этого диска, чтобы увеличить диск C. Здесь, к сожалению, стандартными средствами операционной системы не обойтись. Нам потребуется дополнительный софт. Например, AMA Partition Assistant Standard. Заходим на официальный сайт программы и скачиваем ее. Я предварительно это уже сделал. У вас никаких трудностей с этим возникнуть не должно. Запускаем программу. Здесь мы также видим два наших раздела, но в отличие от управления дисками Windows, мы в этой программе можем увеличить размер диска C за счет диска D, не потеряв при этом данные на диске D. Для этого кликаем правой кнопкой мыши по диску D и выбираем «Изменить размер раздела». Указываем здесь нужное количество гигабайт, которые мы впоследствии хотим присоединить к диску C. Нажимаем «Ок». Далее кликаем правой кнопкой мыши по диску C и также выбираем «Изменить размер раздела». Здесь при помощи этого бегунка полностью заполняем все освободившееся пространство, либо вводим нужное нам количество гигабайт в форме ввода. Нажимаем «Ок». Теперь нажимаем «Применить». В открывшемся окне нажимаем «Перейти» и кнопку «Да». Готово. Все прошло успешно. Проверяем. Диск C действительно увеличился, а диск D уменьшился. При этом мы не потеряли на нем данные. Спасибо за внимание. Надеюсь, данная информация для вас была полезной.